Владыка Иоанн, доктор церковной истории, член Союза писателей России, служил в Самаре с 1965 по июль 90 года, затем в Санкт-Петербурге с августа 1990 по ноябрь 95 года. Митрополит Иоанн, русский просветитель, исповедник, бесстрашный обличитель, проповедник, пастырь, пророк русского духовного возрождения в тяжелейший момент тысячелетней истории России. Он встал на защиту всего русского народа, всей православной Руси. Его книги «Самодержавие духа», «Быть русским», «Битва за Россию», «Русь соборная», «Без веры и Родины жизни нет», «Отечество понятие священное», «Трагедия не должна повториться». Все эти книги стали духовным заветом для миллионов православных русских. И в городе Самаре русские люди постоянно обращаются к трудам владыки Иоанна, нашему великому просветителю русского народа. Так встречала Самара митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского владыку Иоанна, одного из самых почитаемых архиереев России. Паствой движет не простое любопытство, паствой движет любовь к владыке. Для многих и многих самарцев владыка Иоанн – духовный отец, наставник и заступник. В годы атеизма, в годы антирелигиозной пропаганды он учил нас христианским ценностям, помогал постигать тайны православия. Редкие кадры кино и телехроники сохранили для нас и то время, и самого владыку. Владыка Иоанн выступал с проповедью, писал книги, статьи, давал интервью, в которых говорил такое и так, что раскалывал общественное сознание и само наше общество на борцов за веру истинную и на борцов с верой. Может, оттого и сама жизнь владыки, и смерть его, и жизнь после смерти, жизнь в нашей памяти, до сих пор окутаны многочисленными загадками и пересудами. Мы не претендуем на истину, мы хотим вспомнить владыку еще раз. Каждый год 2 ноября съезжаются со всей Руси Великой духовные чада митрополита Иоанна сюда, в Петербург, в Александро-Невскую лавру. В кельях монастыря находят они приют, в храме стоят на ранней утренней службе. О трудном голодном детстве владыки Иоанна, о раннем решении служить Господу рассказал нам младший брат владыки Петр Матвеевич Снычев. Уже в 15-летнем возрасте будущий владыка был послушником, келейником у владыки Оренбургского Мануила. Когда владыка Мануила посадили, он уехал в семинарию в город Саратов. Оттуда, значит, пошел свои ступеньки, владыка Мануила был на заключении. Он, значит, 10 лет, был ей 10 лет, митрополитан, был все время связан. И когда, значит, он освободился, владыка Мануил взял его в город Самара. Самаре, значит, там прослужил долго. После этого он переехал в Петербург, по патриарху его направилось. А вот, как рассказывал о своем обращении к вере сам владыка Иоанн. А когда именно наступил тот момент, когда душу мою призвал сам Господь, когда голос божественный прозвучал и в уме, и в сердце моем, случилось это 1 августа 1943 года. Когда я зашел на танцплощадку, сел на лавочку и стал смотреть на танцующих людей. Вот тут я увидел нечто необыкновенное. Когда я увидел, что с моих глаз справа налево раскрылась пелена, вернулась она. Я увидел вместо танцующих, животных. Животных, которых мы называем дьяволом. Вот они были покрыты шерстью, длинные на двух ногах, в чистом виде бесов. Причина была то, что от них шло зловоние с одной стороны и шел так называемый холодящий холод.
Это холод, который человек никогда не может испытать здесь на земле, этого холода. Это было всего несколько секунд, и снова пелена, которая открыла мне глаза слева направо уже, закрыла мои очи, и я стал видеть тех же самых людей. Но вот то, та мерзость и вот этот холодящий холод, они остались в моем сердце и уже не могли заставить меня пребывать на танцплощадке. Я так вот ушел, и больше уже, конечно, я не начался. Да, это было для моей жизни самым счастливым днем, потому что он окончательно и бесповоротно направил меня на тот путь, которым я иду до сегодня. Скромная монашеская келья митрополита Иоанна наполнена духом молитвы и памятью о наставнике митрополите Мануиле. Монашеский постриг, учеба в семинарии, в духовной академии, защита магистровской богословской диссертации, тайны православного монашеского духа. Я с ним встретился в послевоенные 50-е годы в нашей духовной школе, когда он пришел учиться. Встретил я в коридоре идущего худенького молодого человека, подрясники их скуфия. И он тогда уже вроде бы и диакон, но отличался чем молитвенностью, спокойствием, глубоко верующим человеком. Он мой ровесник, также 27-го года рождения, также пережил трудные года, довоенные, это голодовка, это раскулачивание, это трудное образование в школе. На него обратил внимание владыка Мануил. И вполне естественно знаю, что наша молодежь 20, конца 20-х годов, она стеснялась ходить в церковь молиться. Он взял в келенники, и отсюда пошла его духовная жизнь, возрастание. Учась в наших ленинградских школах, в духовной академии, он еще более занимался духовным ростом, читая литературу святоотеческую и готовя себя к той деятельности, о которой мы знаем, когда он вырос большого маститого митрополита Русской Церкви. И сказано, верой побеждали праведники. И сказано, они скитались, старались учились и учились, и пропасти земные. Лишь не был достоин весь мир. Верою спасается, почитая этих праведников, вслед за ними и весь народ. Но святыня изменяет нас только тогда, когда мы не просто рядом с ней, при ней прогуливаемся туристами, но лишь когда мы начинаем очищать сердце свое молитвой, когда наши жизни соединяются с жизнью этой святыни. Что нужно для того, чтобы иметь мир в душе и в теле? Для этого надо всех любить, как самого себя, каждый час быть готовым к смерти. Так считали святые старцы. В монастырях владыка Иоанн бывал часто, общался с иноками, со старцами. Царство Божие, наверное, и есть здесь на земле, когда души наши раскрываются друг для друга. Но вернемся в Петербург, в Александро-Невскую лавру. 9 лет, как ушел от нас в лучший из миров владыка. Хотя нет, конечно же, он не ушел, он по-прежнему с нами.
Раннее утро, 7 час. Постоим, помолчим. Съезжаются в лавру люди не просто поклониться владыке. Зажигают свечи, не сдерживают слез. Прошло уже 9 лет, а людей, видите, все больше и больше приходит. Все больше и больше людей, значит, по его трудам, его, значит, молитвам, его духовному наследию осознают свое место в жизни. То есть владыка Иоанн, ну, для православных людей это как маяк, как символ, вот, на который все, значит, опираются, ну и осознают, вот я повторяю, свое место в жизни. То есть когда человек изучил его книги, почитал, он, значит, себя по-другому ощущает. Вот, он начинает себя ощущать православным, начинает себя ощущать, значит, не песчинкой, не нужно никому, а человеком, который, в принципе, равен Богу по своим делам. Я знал близко митрополита Иоанна, брал его интервью, печатали его труды, общались. Может быть, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее, эти общения, эти встречи позволяют мне и сейчас преодолевать трудности в жизни, которых у нас у всех очень много за последнее время. И хочется помочь как-то и народу, хочется помочь и близким, и коллегам в это время. Люди очень хорошо воспринимают и помнят его. В другой раз, может быть, не помнят все, что он написал, что сказал, но они помнят, что это что-то такое чистое, светлое, и как плохо, что его сейчас вот нет с нами, хотя он, как говорится, всегда с нами. Мои выступления частично затрагиваются и политическая сторона. Но я скажу на это то, что мои выступления, они ведь, хотя и затрагиваются вот эту сторону, но они связаны исключительно с глубокой любовью и состраданием русскому человеку, к рассильным, не по национальности, а по духу, по проживанию и сохранению русского, так сказать, духа. Но все-таки сейчас Россия находится в таком критическом положении, и, конечно же, нужно ей помочь. Но кто же может помогать, если, скажем, не церковь или вообще архиерей? Уникальные кадры видеохроники. Владыка Иоанн совершает освящение престола во вновь открывшемся храме. Видимое глазом кажется чем-то простым и обыденным. Духовное начало незримо, как невидимо глазом изгнание из некогда оскверненной святыни духов зла и возвращение духа православия. Придя на землю, Сын Божий избрал своим царским престолом смертное ложе, чтобы страданиями своими и воскресением спасти нас от смерти, если мы захотим этого. Престол в храме – место встречи Бога и человека, святая святых, сердце храма. И всего человека православие уподобляет храму, где престол – сердце человеческое, и нуждается оно в освящении верой. Западные религиозные проповедники, мормоны, баптисты, пользуясь перестроечной вседозволенностью, в середине 80-х годов 20 века буквально оккупировали Россию. Владыка Иоанн, уже будучи на петербургской кафедре, не раз обращался к мэру Санкт-Петербурга Собчаку, писал статьи, которые публиковал, но с трудом, писал открытые письма, обращения, в которых призывал власти не уподобляться Иванам, не помнящим родства, напоминал об исторических корнях русского народа, о православии. Вы видите, Собчак, он человек своеобразный. Его даже иногда трудно понять, какой час. Когда-то вроде он и упоминает в разговорах имя Божие, и старается, как говорится, о возрождении, духовном возрождении России, так. Но вот не всегда в самих действиях, вот, как непонятно. Вот когда появился в Санкт-Петербурге уже вот этот Богородичный центр и ряд таких, не тоже конфессиональных, а сект сектантских, я бы сказал, которые направляют свою деятельность против разрушения семьи и общества, я говорил с ним.
что Анатолий Александрович, вы обратите внимание, что нельзя этого допускать, потому что это будет просто разложение нашего общества. Он мне ответил, что я не могу, существует закон о свободе вероисповедания. О сложных отношениях владыки Иоанна и Анатолия Собчака до сих пор в полголоса говорят в Петербурге. Времена изменились, изменились и люди. Не все священнослужители в северной столице даже сегодня готовы говорить в кадре, но все они отмечают, именно благодаря владыке Иоанну пошел в Питере процесс возрождения Русской Православной Церкви, процесс возвращения и возрождения храмов и монастырей. Когда непонятно, что происходило, народ был в раздрае, вроде бы разрешили человеку вернуться в церковь, но этого фактически не произошло. И те слова, которые произносил владыка в то время, это в начале 90-х годов, многие люди на него косо смотрели. И из светской власти, и из церковной. Но вот сегодня его словами говорят высшие иерархи нашей церкви и те политики, и руководители страны. Прошло время, и то, что было на сердце у владыки в то время, сегодня уже дошло и до наших современников, для тех людей, от которых зависит, что будет вокруг нас. В конце 1991 года Россию облетела весть о втором обретении мощей преподобного Серафима Саровского, дивного молитвенника, старца, чудотворца. 15 января 1992 года владыка Иоанн встречал патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Санкт-Петербурге. Перед церемонией передачи мощей Русской Православной Церкви архипастыри помолились у мощей блаженной Ксении Петербургской и праведного отца Иоанна Кронштадтского. В те же дни Музей истории религии и атеизма, благодаря усилиям владыки Иоанна, покинул стены Казанского собора, а сам собор был возвращен Русской Православной Церкви. Во время инвентаризации фондов музея в одном из закрытых помещений был найден не попавший в описи предмет. Это был покрытый рогожий гроб. Как показала экспертиза, в нем находились священные останки преподобного Серафима Саровского. Мощи преподобного Серафима Саровского были торжественно перенесены в Александро-Невскую лавру. И вот патриарх Московский и всея Руси Алексей II и владыка Иоанн служат молебен и совершают литургию у вновь обретенных мощей преподобного Серафима Саровского. Серафим Саровский, значит, был канонизирован в 1903 году, и письмо, запечатанное Серафимом Саровским, было вручено царю на этом письме. На канонизации, где было написано «Судьба России и судьба царя». Прочитав письмо, он долго плакал, Николай II. Но, значит, в письме было указано, что он не предпринимал бы никаких действий, которые бы изменили ход событий. То есть ему дано было откровение, и он понял великий смысл этого откровения.
Который уже год в Самаре проходят иоанновские чтения. Уникальное сочетание духовных и светских мероприятий, семинаров и дискуссий, творческих встреч и философских бесед. Центром проведения иоанновских чтений традиционно становится Самарская духовная семинария. Сегодня тот период времени очень непростой, когда силы Запада, Америки пытаются под какими-то различными соусами глобализации, внедрения новой технологии в образование, разрушить нашу исконную веру в православие. Мы не должны идти на какие-либо соблазны и на какие-то ли поплашки различных таких фондов, как Сорос, я не буду всех перечислять, мормонов и прочих, и прочих, прочих. Священное Писание говорит нам в защите смысла, и опыт жизни подсказывает, что бессмыслие жизни – самое страшное наказание для человека. Надо жить и надо знать, для чего она жизнь. Дорогу к храму осилит идущий. Самарская область, село Новый Буян. Здесь служит протоиерей Иоанн Гончаров. Здесь мироточат иконы святых Иоанна Кронштадтского, Иоанна Предтечи, а на службу сюда едут православные даже из далекой Самары, едут за полсотни километров. Чем вам запомнился владыка Иоанн? Когда я вспоминаю о владыке, то самое главное, что вот осталось мне впечатление на всю жизнь, до сих пор с теплом это вспоминаю, я по долгу службы постоянно с ним сослужил. А вот литургия – это такое богослужение, где, как сказать, вот человек как-то крылья приобретает, особое измерение духовное. И вот мне приходилось с ним постоянно служить поздно литургию. Я как настоятель с ним стоял. Знаете, такая замечательная вещь. И хочу отметить, вот, что очень важно, он умел молиться. Он умел молиться. И атмосфера в храме делалась молитвой. То есть мы по-настоящему, как это сказать-то, мы испытывали радость общения с благодатью. Он был тихим, скромным, простым. И вот то, что с ним произошло в Петербурге, меня немало удивило. Вот он как, значит, сделался как бы флагом вот, борьбы за русское православие, за возрождение России. Я, честно говоря, не ожидал от него вот такого поворота дел. Да, и мне это удивило, приятно удивило. Я многое в его жизни, из его мелочей, таких вот каких-то повседневных пустых вещей, нашли объяснение вот в этом его факте. Да. Вообще-то, знаете, иметь такое мужество, встать против всех, встать за правду, это многого стоит. Вот. И, конечно же, вот я когда... Ведь с ним рядом служил, это привыкаешь ко всему. И как еще один поэт говорил, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Ну, как-то, честно говоря, не очень ценил. Привыкаешь, как и все вообще. Мы ценим, когда потеряем. И вот, когда он в Питер-то отъехал, ну, тоже. А когда уж он там явился, я вот этому измерению особому, патриотическому измерению, это замечательно. Так, ну, в общем, я считал, что вот в этом особенно проявилась крупность его личности. Ну и, конечно, то, что вот он там написал, все это такое замечательно. И сейчас, слава Богу, это имеет общественный резонанс. И хотя, конечно же, не совершилось то, о чем он мечтал, чего хотел, но он зажег. И пока еще это не погасло. Надеемся, что мы все это... Тлеет до времени, придет время, многие возьмутся за разум. Второго ноября всегда этот день. Вот здесь, в Петербурге, отмечают как день памяти императора, государя-императора Александра III, царя-миротворца. Так его в истории он получил именно этот титул. Ибо в этот день он представился в Ливадии. На его голове, как известно, до самой кончины лежала рука святого праведного Кронштадтского.
А 2 ноября для нашего города, именно Санкт-Петербурга, и для епархии, и для русской государственности, для памяти, очень значимо, потому что 2 ноября скончался Александр III. И митрополит, владыка митрополит Иоанн служил впервые панихиду после революции, вот здесь, в соборе, в Петропавловском соборе, на могиле Александра III, служил впервые панихиду, как архиерей, правящий архиерей. После революции это было невозможно. Это был первый раз, в начале 90-х годов. И владыка, так же как Александр III, скончался 2 ноября. Я был ответственным секретарь владыки по изданию Санкт-Петербургской епархиальной ведомости в течение 5 лет, с 90 по 95. Владыка Иоанн был прежде всего, вот, могу сказать об этом прямо, он был действительно архиерей Божьей милостью. Я думаю, что это не только я, но и все так чувствовали тогда владыки. Он был дан действительно как милость Божья нашей епархии, нашему городу, в тот самый период, когда он еще был Ленинградом, и он становится Петербургом. Период смуты для России владыка был. Прежде всего, да. Вот я хорошо помню, что когда на епархиальном совете решался вопрос об издании, о вновь возрождении журнала «Санкт-Петербургский епархиальный ведомость», который выходил в России, был закрыт большевиками, владыка предложил так и оставить название «Санкт-Петербургский епархиальный ведомость». Хотя и была еще Ленинградская епархия, город Новый Ленинград. Это было за год, это был 1990 год. И уже через год город становится Санкт-Петербургом, а епархия, в свою очередь, Санкт-Петербургская. Это было некое даже пророчество, так сказать, предвидение. Владыка был миротворец. Надо сказать, что все, кто общались с владыкой, это и пастор, и отдельные люди, все чувствовали от него именно благодать мира. Мира, покоя. И главным образом владыка был, конечно, тем, кто успокаивал страсти. Вот он как раз умел победить смуту и в душах людей, и в окружении. Ведь к нему пришли все, приходили все. От коммунистов, что называется, до монархистов. Все шли к митрополиту. Нам предстоит заново учиться жить, учиться понимать самих себя, смотреть на мир, свергнув с души отвратительную коросту атеизма, бездумного самолюбия, нелепой самоуверенности. Писал митрополит Иоанн в одной из своих статей. Жизнь человеческая, ее смысл и течение есть тайна Божия, хранимая в благодатных недрах Церкви Христовой, открывающаяся лишь благоговейному трудолюбивому искателю. Начать ее постижение должно с того, чтобы в окружающем нас вихре событий и явлений научиться отличать истину от лжи, настоящую спасительную духовность от неумелого подражания или злонамеренной подделки. Ведь апостол Павел ясно говорит своим ученикам, что в последние времена наступят дни тяжкие. Люди вообще потеряют всякое благочестие. Хотя будет вид иметь благочестивое, но сила их, этого благочестия, отрекшаяся. То есть не будет этой силы благочестия как таковой. Она только, скажем, по внешности будет, да, скажем, вот, ну, разве это благочестие, скажем, из нашего правительства приходит в храм, покупает свечи, стоят со свечами. Что можно о них сказать, что они глубоко верующие, или они заботятся о том, чтобы дух православия был укреплен настолько, чтобы никто не мог сокрушить его. Нет, мы не можем. Больше 10 лет прошло со дня этой видеосъемки, но что изменилось в нашем обществе в лучшую сторону? Пророческими были слова митрополита Иоанна. Октябрь 2004 года. Мы в Москве, в мастерской народного художника Советского Союза, скульптора, президента Международного фонда славянской письменности и культуры Вячеслава Михайловича Клыкова. Несколько лет назад специально для города Самары Вячеслав Михайлович создал модель памятника митрополиту Иоанну. Модель готова, она давно стоит. Слава Богу, что я ее увез на склад туда, в Калугу. Иначе бы она уже разрушилась, сколько лет стояла, когда открытым небом. Когда будет на необходимость макет уже, ну это нужно уже планировочный материал, чтобы архитектор сделал. Я не знаю, кто будет архитектором, мне все равно. Хритон у нас. Лучший архитектор в Самаре Харитон. У нас Харитон. Лучший. Давайте. И вновь мы в Петербурге. 10 лет здесь существует издательство «Царское дело», издающее духовную философскую литературу.
к десятилетию со дня смерти владыки Иоанна планируют издать полное собрание его сочинений, статей и проповедей. «Русская симфония владыки Иоанна». Вот это издание. Вот эта книга, да? Да, это вот это вот издание. Угу. В этой же серии мы как бы сейчас стараемся выпускать, переиздавать книги владыки Иоанна, которые уже у нас в свое время выходили, но они, к сожалению, все разошлись, закончились. Вот. И мы стараемся их потихонечку, по мере возможности, переиздавать. Вот сейчас вот выпущена еще книга «Русский узел». То есть, если это исторические работы владыки, то есть очерки русской истории о Софии, вот такой подзаголовок, то это его публицистика. То есть практически все, что было собрано из разных изданий периодических, из газет, из журналов, из его выступлений в других каких-то изданиях периодических, там и православных, и патриотических, и просто даже светских изданиях, вот это все, так сказать, собрано в одну вот эту книгу. Мы возвращаемся к моменту смерти владыки Иоанна. 2 ноября 1995 года, отель «Северная корона». В этот вечер владыка собирался передать мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку документы по передаче Александра Невской лавры от государства Русской Православной Церкви. В те годы Сергей Астахов работал в пресс-службе владыки. Есть свидетельство того, как вот владыка отзывался так, о деятельности Собчака, о деятельности приближенных, так сказать, к Собчаку, людей, которые вершили многие беззакония в Санкт-Петербурге. Владыка знал это. И, конечно, он не мог к этому относиться положительно. Что тогда произошло с владыкой? 40 минут он ждет Собчака. Они встречаются, владыке дают выпить воды, он падает, скорая помощь приезжает через 40 минут. Я думаю, что говорить что-либо о убийстве или о покушении на убийство, я думаю, что не стоит, потому что такое обвинение оппонентам владыки и людям, которые не разделяли его взгляды, мы все-таки не вправе предъявлять, ибо все прекрасно понимают, что с человеческой точки зрения это преступление крайне серьезное, крайне страшное, и пойти на такое злодеяние, я думаю, что, безусловно, никто не мог. Мария Ивановна Мжельская в начале 90-х годов была не просто послушницей при митрополите Иоанне, она была одним из самых близких ему людей. При жизни он был святой, я его видел святым. А что для... Иначе его не могла понять никак. Видел я, вот, открывал мне так Господь. Я к нему не пришла на прием, благословил меня, я не владыку вижу, а вижу Господа во святу. Потрясу головой вот так вот, думаю, владыка же, а это Господь. И он улыбнулся мне и говорит, приходи ко мне, благословил, я пошла из той вот поры, я знаю владыку. Духовность, он очень духовный. Я была с ним связана, конечно, духовной молитвой. В Самаре как к нему прихожане относились? С любовью, его все любят. Все любят, а до сих пор его не забывают, и все плачут, не хватает его. Под Самарой, в селе Царевщина, усилиями отца Владимира, настоятеля Христорождественского храма, каждое лето проходит фестиваль православной песни. Ну а сам отец Владимир – один из многочисленных духовных чад митрополита Иоанна. С владыкой Иоанном знаком давно, где-то знакомство началось 25 лет назад. Я начал с ним. Наше знакомство началось с того, что я стал художником, и мне пришлось реставрировать храм Покровский после пожара, реставрировать иконы для владыки. И поэтому сначала мы с ним общались вот на почве живописи, потом я долгое время ходил в храм, и однажды во время службы на всеночной, когда я пошел под помазание, мне сказал, завтра придешь в алтарь. Я был так просто озадачен, для чего, зачем? Потому что я себя вот священнослужителем не видел никак. Для чего-то надо. И когда я пришел в алтарь, мне Андрей Андреевич секретарь говорит, сегодня тебя благословят стихарь, ты будешь и под диаконом. Для меня это просто было такое шоковое потрясение. Но действительно подошли, повели меня к владыке, он благословил.
И с этого дня началось служение мне, как и подзядное. Я так с владыкой в течение где-то 8-9 лет был по сушам около него. Мы много ездили по области, по храму. И, конечно, я со стороны наблюдал за ним, как за человеком, как за архипастырем. Эти кадры видеохроники запечатлели митрополита Иоанна 9 августа 1991 года в день торжественного молебна благоверному князю Александру, защитнику Руси, в Троицком соборе Александра Невской лавры. Когда-то именно Александр Невский сказал «Не в силе Бог, а в правде». Эти слова определили на всю жизнь всю деятельность владыки Иоанна Снычева. Необходимо глубокое внутреннее раскаяние. Не просто сказать словами, что да, мы совершили, что вот мы в прошлом за эти 70 лет делали то-то, то-то, то-то. А нужно, кроме того, отрицание, нужно еще и положительное. Клуб патриотической песни имени Игоря Талькова и «Благодарная Самара» собираются поставить русскому просветителю митрополиту Иоанну Снычеву памятник на площади Куйбышева, бывшей соборной, в сквере на пересечении улиц Чапаевской, Вилоновской и Молодогвардейской. Инициативная группа собрала, значит, свыше 2000 подписей, чтобы на этом месте стоял памятник владыке Иоанну. 25 лет отдавшего кафедре, отдавшего все силы на служение для русского народа. Я обращаюсь ко всем православным жителям города Самары, чтобы поддержали нашу инициативу по установке памятника русскому просветителю.